Профессор, докладывайте. Ваше Величество, вот плод моей 40-летней работы. За 40 лет вы могли бы сделать ящик побольше. Ящик — это только оболочка, а плод заключен внутри. Так ведь это же просто комар. Комар. Но не просто, Ваше Величество. Я первый насекомовед, которому удалось вывести эту породу. В этом маленьком комаре, Ваше Величество, заложена сила, превышающая силу слона в несколько миллионов с четверти раз. И эта сила все время стремится освободиться. Все, что стремится освободиться, мне не годится. Его надо уничтожить. Ваше Величество, вы не правы. Что? Ваше Величество, вы не правы, но вы гениально не правы. Потому что, если кто-нибудь этого комара прихлопнет, он тут же и взорвется. Комар или тот, кто его прихлопнет? Оба, Ваше Величество, оба. И это было бы преступлением. А если бы эту силу разумно использовать? Если бы ее использовать на благо человечеству, но так как мы пользуемся силой ветра, воды, который вертит колеса и крылья мельниц... Ваше Величество, раз он дошел до мельниц, теперь он будет молоть до вечера. Разрешите, Ваше Величество, я объясню вам по-солдатски, коротко и наглядно. Ваше Величество, представьте себе на минуту, что я комар. И вот, Ваше Величество, я лечу. Комар перелетел границу Энского государства. Вы имеете в виду? Именно, Ваше Величество. Я лечу и сажусь на нос. Кому? Человеку. Человека с таким носом быть не может. Ваше Величество, но вы забыли, что сейчас для наглядности я не военный министр, я комар. Вот такой. В таком случае продолжайте. Комар садится на человека. Человек ударяет по нему ладонью. И оба, Ваше Величество, бах, трах, тарарах, взрываются. Теперь представьте себе, Ваше Величество, что у нас не один такой комар, а миллион. Миллион? Миллион. И все они бах, бах, трах, трах. Тарарах! Тарарах, Ваше Величество! Колоссально! Идиозно! Бах! Трах! Трах! Тарарах! Тарарах! Колоссально! Трах! Бах! Бах! Тарарах! Вы слушаете меня, генерал? Зачем мне вас выслушивать, когда вы ни бельмеса не понимаете в военном искусстве? Да разве это искусство взрывать людей? Да. Ну а что, если этот комар сядет на женщину или еще того хуже, на кормящую мать? Ну что тогда? Кормящая мать — это не женщина, а военный объект. Ах, потому что она выкармливает будущего солдата. Колоссально. Тарарах. Пусть профессор покажет свое насекомое в действии. Я хочу посмотреть, как оно взорвется. От этого кто-то поплачется жизнью. Боюсь, что вы, если будете долго возиться. Ну?
Как только я его выпущу, закрывайте окно, иначе произойдет непоправимая катастрофа. Что это? На этом экране, Ваше Величество, можно будет увидеть с предельной четкостью то, что мне не хотелось бы видеть даже в сплошной туманности. Завтра же прикажу открыть широкую кампанию против курения. Это малый дворец моего любимого брата Агеля. Это он! Это Агель! И этот курит. Как можно так разрушать свое здоровье? Ах, Абель, Абель. Поверьте мне, дорогой, я бы вас тут же назначил военным министром, если бы вы, к несчастью, им уже не были. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. В самый кратчайший срок вы должны приготовить мне 1 000 000 таких комаров. Ваше Величество. Такое количество. Неужели вам их не жалко? Конечно, жалко, но в конце концов мы с вашей помощью сделаем новых комаров. Я говорю о людях. Люди будут детьми и родителями иностранных родителей. Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы. Кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся не взорвавшиеся оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так. За горло. И я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Они поймут, Ваше Величество. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш каинский образ жизни. Все люди станут богатыми. Кроме бедных, земля превратится в рай. И в этом раю будет один Бог – я. Господи, прости меня грешного. Конечно, и ты тоже. Мы будем работать сообща. Благослови меня, коллега, на мой комариный подвиг.